Dollar bought a brand new Porsche. Cam did too. Cam did too. Dollar bought a brand new Porsche. Cam did too. Cam did too. Dollar met a bitch on tour. Cam did too. Cam did too. Dollar met a meal on tour. Cam did too. Cam did too. Здорово всем, друзья! Мы с вами сегодня начинаем карьерку за вратаря в НХЛ 20. И сегодняшний наш подопечный, точнее, не сегодняшний, а целый год мы будем за него играть, это у нас Виктор. Виктор. То есть победитель. Но с фамилией ему не повезло. Для хоккея, конечно же, эта фамилия, можно сказать, ну, совсем не подходит. И он получил ее как Виктор Дыркин. Виктор Дыркин будет защищать ворота команды НХЛ. А уж какой мы пока не знаем. Под номером давайте ему сделаем 21 типа очко. Давайте сделаем 21 номер. В стойке бабочка. Смешанный, конечно, я всегда выбираю. Имя в репортаже здесь не выбрать, поэтому оставим без имени. Вот такое вот у нас. Вот такое вот у нас имя у игрока. Ну, идем дальше. Игрок. Игрок, данные. Все вроде вот там именно это. Левый хват. А давайте хоть раз в жизни попробуем с правым хватом поиграть. Я ни разу не играл за вратаря с правым хватом. И я бы хотел попробовать. Я бы очень хотел попробовать с вратарем правым хватом поиграть. Поэтому сделаем его именно с таким хватом. Давайте попытаемся немножечко. Ну вот такая стойка мне нравится. Потому что и ловушка поднята, и... Не, давайте вот эту 34-ю выберем. Сделаем его высоким голкипером. Ни разу не играл за вратаря больше 2 метров. Вот 2 метра и 1 сантиметр. Ну и вес давайте сделаем 95. Пускай будет. Драка всегда. Часто. Ну давайте часто сделаем. День рождения у него. Давайте. Февраль. 31 февраля. Давайте 29 февраля сделаем. Город. Можно ли тут выбрать? Москву. Потому что родился он в Москве. Вот, Москва. Город. А, все, понял. Россия. Украина даже есть. Вроде ее не было. А, значит, Россия должна быть там, где русский язык. Да. Россия. Сохраняет цвет при трансфере. Сохраняет цвета при трансфере? Какого цвета? Ладно, это пофигу. Внешность. Погнали, внешность сделаем ему. Какую-нибудь интересненькую внешность. Наш Виктор. Ну-ка, что за внешность? А что-то изменилось? Нет. Блин, хочется оставить ту, которая была. Пускай будет та, которая была, потому что под маской все равно не видно. Еще бы женщину сделать. И было бы вообще. Так, вот с прической можно поработать. Есть какие-нибудь интересные прически? О! Не. Давайте вот такую. Во, вот это нормально. Мне нравится. Пускай будет такой. И сделаем немножко бородки. Сразу же говорю, я не издеваюсь над игроком. Я просто хочу, чтобы он был каким-нибудь интересненьким. Во, вообще отлично. А, ну, потом с бородой сделаем, короче, экипировку давайте.
Экипировку можно поменять будет в карьере, поэтому сейчас я заморачиваться не буду. Всего лишь 10-часовая версия НХЛ. Поэтому мы с вами начать в Memorial Cup. Играть, чтобы выбрать первым при выборе драфт. Давайте мы все-таки целый сезон отыграем и поднимем рейтинг. Берри Колдс. А можно ли лигу выбрать? Нет, лигу нельзя выбрать. Окей. Давайте там хоть где атака есть. 57 атака. 57. Самая максимальная атака 57. Ну вот, давайте вот сюда. В Шеджионал Спирит. Я просто всегда Берри Колдс выбирал. Давайте посмотрим, как там Берри Колдс сейчас по атаке, по всему. Вот, Берри Колдс, 55-56-56. Не. Сузуки, Такер, Пекар. Где там команда, которую я хотел? О, Оттава. Давайте в Оттаву перейдем. Выберите начальный возраст. Давайте выберем, ему будет, 18 лет. Пускай будет 18-летний парень. Тут ничего не изменить. Погнали дальше. Опыт. Баланс, скорость. Период по 5 минут. Да, период по 5 минут это вполне нормально, друзья, для карьеры. Ну, погнали. Попробуем сыграть первый матч. Я думаю, будет интересно. Посмотрим. Как это вообще в новой части НХЛ карьера за вратаря? Для меня, после того, как я поиграл в ESHL за вратаря, мне показалось, что движение вратаря стало немножечко странным. Но отбитие там теперь другие. Причем шайба, которая летит верхом, он ее пытается к себе прижать. Это плюс. Но вот немножечко замедленное движение замечается. Посмотрим, что будет в этой 10-часовой версии. Угу. Так, добро пожаловать в Оттаву. Это я никогда не читаю. Типа там трудный код. Это все одно и то же. Они пишут каждый раз. Выбрать тренировку. 5 часов. Выход 1-1. Работа с перчатками. Ничего здесь не поменяли, как я понимаю. Да, совсем ничего не поменяю. Выход 1-1 нам пока не нужно. Давайте... Работа перчаткой, передача и ускорение. Ну, передачу мы не прокачали, а вот ускорение прокачали. Так, хотелось бы уже поиграть. Долго ли мы будем этого ждать? Нет, сразу же играем первую же встречу. Ну, погнали. Погнали, попытаемся выиграть. Ну, давайте посмотрим, что такое НХЛ-ка 20-е. Посмотрим на анимации. Дыркин в раме. Против нас Николас Даус. Покажут ли нас? Кстати, представление неплохое. Да, нас показали, но фотки-то нету, печально. Играем сразу же на суперзвезде. Голкипер сумасшедший, здоровенный. Это просто какая-то пушка в раме. Ну, давайте попытаемся этим голкипером поиграть. Бросок первый же. Пока мне игра нравится. Картинка, мне кажется, прям лучше. И это гол. Это гол, друзья. Но трибуны кричат очень громко. Я сейчас Максимович забрасываю. Давайте посмотрим на этот бросок. Щелчок. Даус даже не среагировал. Красиво. Красиво залетел. Офигенные повторы. Бросок в замедленном виде. Показывается момент броска. Неплохо. Хочется, чтобы первый бросок до наших ворот дошел. Стойка, конечно, для двухметрового голкипера довольно-таки неудобная, мне кажется. Такой толстопопик у нас получился какой-то. Все хорошо. Шайба до нас пока не доходит. Максимович. Дахл. Или бахл. Бросок. И опять гол. Это суперзвезда, ребят. Напоминаю. Мы играем на суперзвезде. Пока атаки на наши ворота даже не доходят. Кейтинг. Первый гол в
сезоне, это понятно. Все-таки первая игра. Бросок. Вновь повтор в замедленном виде. Хорошо. Хорошо. Пока выигрываем 2-0. Время только 5 минут прошло, а мы уже идем к разгрому. Опять выигранное вбрасывание. Бросок. Голкипер. Камеру мы с вами немножечко поменяем потом. Робертс. Катил. Будет ли первый бросок по нашим воротам? Есть бросок. Это что? Что такое? Что с вратарем? Все, взяли. Отдал. Что с вратарем? Я что-то сейчас не понял, почему он не мог взять шайбу. Бросок? Нет. О, выход 1-1. Мы его прокачали. Будет ли сложно? Взяли. Пипец. Что происходит? Почему голкипер такой дерганый? Росси. Прострел. Бросок, голкипер. Росси вошел в зону. Росси, передача. Кейтинг уже забросил одну шайбу, мог и вторую. Терри выбрасывает шайбу. Я ее оставил. И я застрял в вороте. Ти-ти-ти-ти-ти. Аккуратно. Это что за фигня? Какая-то... Странно, не привык я к такой анимации голкипера. Передача на пятак, можно было забрасывать. Хауэлл. Коллинз. Взяли в ловушку, отдаю сразу. Есть пас на пятак. Ух. Мне нравится команда, которую мы выбрали. Оттава 67. Неплохо смотрится, неплохо играет. Отбили. Хорошо. Высокий голкипер, я думаю, будет тащить многие шайбы. Поэтому мы можем стать звездой. Звездой НХЛ, звездой всего мира. Аккуратненько. Взяли. Еще раз взяли. Посмотрим, что будет дальше. Анимация, конечно, иногда тормозит. Взяли! Ух, голкипера просто двухметрового! Когда складывается, просто думаю, что он сейчас сломается. Бросок отбиваем. Оуден. Ох ты! Вот тут я немножко потерялся. Квин. Вперед. Квин. Передача. Бросок. Голкипер. Даус. Сразу же отдает шайбу. Ух ты, блин. Ничего себе. Когда ты выигрываешь 2-0, как-то легко играется. Есть щелчок, голкипер. Удаление будет, да? Да, есть удаление. Выигрываем вбрасывание. Бросок, есть бросок, шайба в ворота. Блин, неужто тут щелчки какие-то багованные? Что за фигня, почему так хорошо залетают щелчки? Почему так легко залетают щелчки? Я надеюсь, что это не бич этой НХЛ-ки. Щелчки. Посмотрите, ну просто в каждый раз, в каждый угол шайба залетает. 3-0 после первого периода. Все как-то очень легко для нас. Все как-то очень легко для Дыркина. Ох ты! Заканчивается первый период со счетом 3-0. Штормы летят. Штормы проигрывают. Мы с вами отразили 7 бросков. Мне нравится. Мне нравится картинка. Мне нравится игра. Мне нравится все. Посмотрим, что будет дальше. Выпущу я эту серию. И уже после этой серии я буду записывать следующие ролики. Хочу посмотреть, что вам не нравится. Отбиваем. Фух. Посмотрим, что вы хотите изменить. Может быть, камеру хотите изменить. Может быть, что-то еще. Неточный бросок. Взяли.
Вот эта анимация, кстати, прикольная. Вот это я первый раз эту анимацию вижу, как мы ловим эту шайбу. Но мне это понравилось. Мне это понравилось. Повтор будет? А, повтор вот этого отбития. Ну, блин, мы тут переместились хорошо. Ну, мне кажется, благодаря нашему большому росту мы смогли переместиться на дальнюю штангу и отбить этот бросок. Пока... неплохо. Опа, защитник. Удаление. У нас удаление. Мы играем в меньшинстве. Ну и вот первые шансы на то, чтобы открыть счет в матче для штормов. Но они проигрывают. Вбрасывание, шайба выходит из зоны. Энджел. Энджел. Бросок. Мимо. Опа. Опа! Опа! Сейвим! Нифига себе! Анимация у голкипера-то лучше стала. Такие шайбы я никогда не сейвил. Удаление 5 на 3 мы будем играть. 5 на 3. Целую минуту. Минуту 11. Ну вот здесь нас и проверят. 5 на 3 это всегда проверка для вратаря. Отбиваем! И дальше лежим почему-то. Хорошо. Аккуратно, Хауэлл. Оп. Ой-ой-ой. Ну да, мы не прокачаны. Я надеялся на то, что мы отобьем. Но тут шайба залетает. 3-1. Ну вот и первый гол по нашим воротам. Давайте посмотрим на повторе, как эта шайба была заброшена. Для меня, мне кажется, если бы мы немножко были прокачаннее, мы бы эту шайбу отбили. Но здесь почему-то шайба оказалась в воротах. Я сильно не смещался в тот угол, рассчитывал на блин. Но я сильно, да, сильно открыл угол, поэтому шайба там спокойно залетает. Хочу в замедленном виде. Бросок. Да. 5 на 3 реализовали они. 5 на 3 они реализовали. Неплохо. Неплохо. Все у нас под контролем. 3-1 ведем. Правда, удаляться бы меньше хотелось. Хауэлл. Взяли. Отдаю. Плохой пас. Закрыли. Ой, блин, а это что так быстро анимация срабатывает? Я не привык к этому. Ой-ой-ой, 3-2. Центр форвард забрасывает. Хиллс. Давайте посмотрим сейчас, как была заброшена эта шайба. Мы отбили ее в ближнем углу. Ну, отдал я не точно, да. Отбили здесь, и я куда-то укатил. Причем я нажал буквально-таки чуть-чуть стик, чтобы откатиться немножко от штанги. А смотрите, как я укатился, с какой скоростью. Вратарь как-то двигается намного быстрее. И к этому нужно привыкать. Серьезно. Мне к этому привыкать, наверное, матчи 5 придется. Посмотрите, я чуть-чуть нажал, он уже укатился. Хауэлл. Мимо. Терри. Хорош. Хороший пас был сейчас у Терри. Бросок. Тут отбиваем и здесь сокращаем угол. И не даем забросить ближний. Атаки нашей команды стали немножечко хуже. Осталось только обороняться. Хауэлл. Жесткий силовой против него. Шайба вышла из зоны, но все равно шайбой владеют наши соперники. Максимович! Или Максимович. Максимович, наверное, все-таки. Имел шанс. Посмотрите, всегда нас показывают. Ну, посмотрите, просто лучший голкипер, лучший игрок матча. Я думаю, что наша с вами карьера будет вот это вот очень интересно. Мы постараемся сделать ее очень интересно. Я постараюсь тащить и постараюсь выводить нашу команду как можно дальше и пытаться выигрывать трофеи. Потому что еще ни одного трофея у нас нету. Ни за лучшего новичка, ни за лучшего там вратаря и так далее. Надеюсь, что мы это сделаем. Беттон. Передача не проходит. У нас большинство, напоминаю. Передачу можно было на пятак отдавать. Беттен. Бросок. Чиодо добить.
Не получается, шайба летит в створ. Хороший щелчок с пятака с ближнего. Ух, телепортация вратаря. Целую минуту нам еще играть в большинстве. Бросок, попытаем своего же игрока. Шайба остается где-то там на пятаке. Я думал, она уже летит в нашу сторону. Я успею к этой шайбе. Передача. Ай-яй-яй. Хауэлл. Не отняли там очки за неудачную передачу, но я рисковал этой передачей и хотел вывести игрока в атаку. Бросок, голкипер. Выиграли вбрасывание. Бахл! Или бал. Аж не считается. Кейтинг, еще один бросок. Голкипер тоже неплохо играет у них. Росси. Росси, помочь Росси. Росси, передача на синюю. Бал. Бросок, Даус. Господи, что за битва на вратаре. Хирис, аккуратно, отбиваем, пока, да, пока блином работаем очень плохо, отдаю. Очень медленно как-то он блин выводит вверх, ничего, прокачаемся, бросок, ближний угол, створ не летит, чайка, чайка! Чайка, братец, Коллинз. Чайка играет в штормах. Как-то это странно. Видимо, шторм засосал в полете чайку. И чайка играет в этой команде. Хилис. Лолонде. Лолонде уже в зоне. Ральф. Бросок, закрыли. Пока мне все нравится. Я еще раз повторюсь. Бросок, голкипер. Мне нравится анимация, мне нравятся сейвы, мне нравится движение вратаря. Мне просто нужно привыкнуть к этому, и тогда будет все просто замечательно. Мне кажется, по контенту эта часть НХЛ будет намного лучше, чем предыдущая. Роликов будет много на канале, контента будет много на канале. И мы с вами, может быть, побольше разовьем канал. Посмотрим, посмотрим, что из этого выйдет. Надеюсь, что все... Что я задумал, все будет сбываться. Ловим под конец периода эту шайбу. Давайте посмотрим по броскам. 22-22. Сравнялись по броскам. Сравнялись по игре в атаке. Штормы включились. Штормы включились. Это для нас довольно-таки тревожно. Надеюсь, что третий период сложится для нас намного лучше. Мы забросим хотя бы еще одну шайбу, чтобы не было никаких проблем. Но я постараюсь не стушевать и выиграть. Хауэлл. Закрыли. Еще закрыли. Бросок мимо. Ловим. Мы в два раза больше многих игроков, которые у нас в команде находятся. И это круто. Мы одной формы вон с Бахлом или Балом. Чайка бросал. Удаление. Под ноги там кто-то бросился. И 2 минуты. Предыдущее большинство у соперника сложилось очень хорошо. Они реализовали оба. Ох, как хорошо иметь высокого голкипера, да? Сразу же ловим шайбу. Отбиваем. Я, наверное, оставлю, где набраны очки. Мне как-то с этим удобнее играть. Просто я понимаю, где я ошибаюсь в действиях, а где я все-таки делаю правильные действия. Мне пока так нравится. Ой-ой-ой, еще одно удаление будет. Нет? Или он просто упал? Он просто упал, слава богу. Что-то на синюю можешь вернуть, и там щелчок, нет? Ну, под щелчок давал. Под щелчок давал на дальний пятак, но не прошла передача. Стеверсон. Кларк. Кларк, можно отдать. Хорошо. Чтобы шайбу не терять, нужно просто расставаться с ней побыстрее. Удаление. Удаление. 2 минуты есть у нас на реализацию уже большинства. Оттава, давай. Поднажми. Бал. Кейтинг. Бросок. Есть бросок. Даус. Нужно выиграть вбрасывание.
Игорное вбрасывание. Передача на синюю. Щелчок. Даус. Кейтинг. На синюю там один игрок. Ух, жесткий силовой против него. Передача. Есть передача. Еще одна. Голкипер. Минута еще есть. Бросок. Голкипер. Клюшкой просто сейчас эту шайбу выбил. Шайба очень быстро ходит по площадке. Я вам говорю, что это будет очень интересная карьера. Это будут очень интересные матчи в этой карьере. Ой. Какой выбор позиции засчитали. Блин. Это хреново. Ой, как Максимович. Или Максимович сейчас выходил на вратаря. Максимович, наверное, все-таки. Я прослушал, как его назвали, когда он забросил шайбу, но... Гросси! Передача! Максимович. Передача. Ай, передача не получилась у Чуоды. И перехват. Могла получиться атака у соперника. Не прошла. Чуода. Максимович. Передача 4-2. Кейтинг. Дубль. The Кейтинг. The Rolling. Аустен Кейтинг. Неплохо его здесь увидели. Одного. На дальней штанге. И шайба в воротах. Все-таки нас послушали и убрали вот этот прыжок в ноги с треугольника. Теперь он просто садится на щитки. Окей. Хауэлл. О, жестко. Минута 20 остается всего лишь. Голкипера уже должны выпускать. Шестого. Выпускать зверя должны. Передача, бросок, еще добить. Нет. А шайба до сих пор у нас. Не может никак смениться голкипер. Штормов. Ну окей. Вот только сейчас он убегает. Отбиваем. Пустые ворота. Передача не прошла. Атака на наши ворота последняя. Взяли. Отдал. Ох ты. Все, все, все. Давай, пустые ворота. Ой, какой у тебя глазомер хороший. Последние 10 секунд остается буквально-таки у нашей команды. Для того, чтобы забросить пустые ворота. Чего-то. Он даже не пытается. Вилсон. Передача Кейтингу. Это хэт-трик. За 0-1 до конца. Это хэт-трик. Давайте поздравим с первым хэт-триком в нашей карьере нашего нападающего. Поздравляем. Ну, правда, в пустые ворота, но хэт-трик же есть. Есть. Еще и в замедленном покажу, да? Окей. Окей. Очень рад, наверное, я думаю, в первом же матче наш нападающий сделать хэт-трик. Ну и все, и конец игры. Я думаю, что вам понравилось. Я думаю, мне тоже понравилось. Первая игра в NHL сложилась довольно-таки хорошо. Плохой выбор позиции. Да, это я случайно там вышел. И рискованный пас. Я там пас отдал верхом, как вы помните, и он не дошел. Но я думаю, что мы все это исправим. Все будет у нас чики-пики, чики-пуки. Общие оценки на четверку. Это хорошо. Я могу сказать, это даже очень хорошо. Кейтинг, Чиода и Максимович. 26 сейвов в первой же игре на суперзвезде непрокачанным вратарем. Это very good. Увидимся с вами уже в следующей серии. Всем спасибо, всем пока, друзья.